В этом ролике мы получим плазму, используя сверхвысокочастотную энергию магнетрона из микроволновки. Мне вот это больше нравится. Я чувствую хорошее тепло от него. Газ в лампочке помогает увидеть радиоволны. Ого! Не плазма прям, сгусток реальный. Горит, 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 горит. Такая желтенькая. Смотри, может взорваться. Смотрите, что с лампочкой случилось. У нее просто стекло надулось, как пузырек от нагрева. И лопнуло. Посмотрим, что будет со скрепкой. Сейчас блюдце прожжет. Давай попробуем на дереве. Отражаются, они где-то тут. Целая. Попробуем на стекле. Проволока потолще. Еще вот это. Ой, какая-то она странно светится. И провода сразу дымятся, вы видите это? Чего они так дымятся? А ну, стой, дуй. Света, музыка. На лампочку направь. Ого. Она, кажется, уже сгорела. Ого, а что это было? А, то пробивает изоляция. Вот это обалдеть, на огромном расстоянии зажигается. Поближе плазму снимать. Сейчас, ух ты, как ярко горит. Ля. О, в ней синяя плазма. Ого, лопнула. А не этот загорает на лед. О, в этой что-то светится. Блин, убьешь лампочки. О. О, только посмотрите. Прям дулом надо. Гляньте, как она загорается. И это далеко не все. В следующем ролике магнетрон вызовет настоящие мутации. Подпишись на наш канал, чтобы ничего не пропустить. Также зайди в нашу группу, чтобы узнать, как мы это делаем.